Дим, ну откровенно, это просто жаргон. Я люблю это слово, вот, как бы, ну, музыкальное. Когда я прошу музыканта что-нибудь сыграть на репетиции, я говорю, ну-ка, Гриш, на шамане что-нибудь на гитаре, радостно. Вот. Ну, в общем, вот так вот общение происходит. Ну, может быть, слово паразит где-то, но... Просто я хотел сегодня вот в новостях нас обрадовали, что прибыл Олимпийский огонь, а ты к нему как бы, ну, к Олимпиаде имеешь некоторые отношения, да? Я посмотрел на эту стройку своими глазами, построил систему связи для энергетиков на подстанции Ледовый дворец. Вот, в общем-то, благодаря этому, в том числе, мы записали, собственно, наш альбом. Вот. Так что, ну, Козловский вонил газопровод, вот, а я станции до сих пор ставлю. Ну, слава богу, все меньше и меньше. Вот, как-то все больше музыки, все меньше вот этих всех монтерских дел инженерных. Потому что, как вы могли догадаться, про частотный канал в монтёре это на самом деле не просто так. Я действительно могу это сделать вот, на разном виде оборудования. Вот, а на самом деле, как образ, программа «Другая культура» послужила, которая вышла там неисчислимое количество выпусков в свое время. И чашка кофе Володя Плотицын перетаскивали туда, наверное, всех людей, которые были в «Дожде», в «Рок-кабаре» Алексея Дедурова. Там вообще, вот, которые были талантливые, толковые, на наш субъективный такой взгляд. Но, тем не менее, благодаря этому появился целый пласт этих радиопрограмм, и они у всех там на руках есть, и по интернету ходят, наверняка кто-то, может, даже слышал, потому что на подкасте, на вашем подкасте, там все это выложено, до сих пор валяется. Там Рома Филиппов, Булов, Хардинов, Тиунников, Вдовин, там, в общем, список там, на сотню имен, наверное. Вот. Копи. Еще вопрос.